Тимофей Николаевич, я обращаюсь уже к вам по-взрослому. Скажите, пожалуйста, почему вас давно не было на экране? А раньше светился, все тебя знали, вся Садовая Россия. Давай-ка рассказывай, что ты сейчас делаешь? Абрикосы. Абрикосы? Так, ну-ка покажи. Ну, начал ты 5 минут назад, да? Да. Сейчас крупный план. Вот, это абрикосы на косточке, поэтому мы их не стали собирать. Так, ах ты, надо было не так. Это я такой оператор слабенький. Просто подойти, мокнуть, как ты. Почему без капелюха? Почему голова босая? Потому что. Так, это уже перележалые, да? То есть мы их собираем ради кости. Как они называются, ты еще не знаешь. Это те самые выращенные сеянцы, выращенные с косточки, которые сейчас исполнилось скромненько 3 года и еще с хвостиком, потому что сейчас идет 4-й год и еще пока август месяц, 23-й, кажется. Вот. Так вот, раз уж ты собираешь, то ты не знаешь такой простой вещи. Уникальная. Опять практически ежедневный дождь. Так. Есть интересные вещи. То есть я вам показываю этот дождь. Вот Тимоша воспользовался паузой, что немножко он мокрый весь. И бывают такие странные вещи. Смотрите сюда. Видите? Вроде абрикосовые, вроде не абрикосовые. Понимаете? Я всегда жду каких-то чудес. А от Бродского тем более жду чудес. Первое чудо, никаких следов, хотя вся весна в дожде, все лето в дожде, и уже дело идет к осени. Ну что, где плесень, где грибы, а? Вот так вот. А мы все там это, а вот в Питере не можем найти, мне пишут, ни одного абрикоса, вот так вот. Не считая моих немногочисленных учеников. Тут маленько еще ждать, когда поспеют. А вот хорошенький. Ой, хороший. Тимош, собирай все, ничего не пропускай. Ладно. Вот хорошенькие абрикосики. Ага. Мне. Опа, упал. А что тебе дать? Абрикосики хорошие. А нет, сами упадут. Они еще не падают с этого дерева. Соберем позже. Значит, наша задача — собрать только упавшие. Почему? Талдычу который раз. Нигде никогда почему-то об этом не пишут. Собирать плоды с дерева — это уничтожение, калечение плодушек перед зимой. А плодушка должна давать несколько урожаев, а не один. Именно этим я объясняю периодичность плодоношения. Вот. Тем больше, тем больше мы с дерева срываем, рвем, ломаем, отламываем. Хорошее слово подобрал. Фактически идет, если мы вот так вот будем отрывать, фактически идет отламывание. Так, что-то у меня не настроено тут. А, это у меня уже дождик попал, поэтому надо будет протереть. Ну, в принципе, я все сказал. Так, вот, я все сказал. И хотя глазочек не протертый, я надеюсь, что-то хорошее вы увидели. Так. Тимош, скажи до свидания. До свидания. Скажи, некогда мне с вами лясо точить. Громко. Некогда мне с вами лясо точить. Пока.